мая 1945 года войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, полностью овладели островом Рюген. Среди захваченных трофеев 37 складов с вооружением, боеприпасами и различным военным имуществом. Войска 1-го Белорусского фронта, продвигаясь вперед в северо-западнее и западнее города Бранденбург, заняли 10 крупных населенных пунктов. Захвачено 14 самоходных орудий, склады боеприпасов и авиабомб. На ряде участков войска вышли к реке Эльба. На сторону Красной армии перешли саперная рота 320-й немецкой пехотной дивизии и рота 911-го охранного батальона. В плен взяты более 1000 немецких солдат и офицеров. Войска 2-го Украинского фронта северо-восточнее Брно с боями заняли узел 4 железных дорог, город Койсин и крупные населенные пункты.